Ребят, всем привет. В общем, такое дело. С прошлого видео я спрашивал, что делать мне. Короче, деньги мне выдали, но не все. Вот. К сожалению, у нас есть незаконченные хвосты, незакрытые объекты. То есть там осталась мелочевка. Но эту мелочевку надо сдавать, поэтому деньги мы не получаем. В том объеме, который должны. В итоге эти висяки давят, надо доделывать. Короче, я решил, мне еще напарник с прошлой работы сказал, что есть другая работа нормальная, платит побольше, вот, и не надо никуда ездить на другие объекты. То есть работа одна и та же. Вот, и я решил туда метнуться, посмотреть вообще, что там, как поработать. Вот, и далее посмотрим, как будет. Возможно, буду другую искать, возможно, там же останусь. Самое главное, что оно есть, работа до себя, в Сочи. Вот. И оплата достойная. Ну и как бы, в принципе, у меня есть чаты. Вот, в WhatsApp, где я могу найти работу. Как раз вот такой подъем. Лесенка. Вот, по парку поднимаюсь. Вот. И это, в принципе, из этих чатов можно будет себе что-то в любом случае найти путевое. И там, грубо говоря, минималка. Трешка в день. Вот, можно найти. Точнее, не найти, а бывают такие объявки, то, ну, как бы, оплата чуть больше за день. Вот. Но редко, но бывает. Вот. И таким макаром можно будет куда-то, какую-то бригаду воткнуться. Такие вот мысли на этот счет. Короче, то, что сегодня я с утра перенервничал, думал, что по моей вине потерялся шуруповерт, но он не потерял.